Поздравляю проект «Дети рисуют мир» с его 20-летним юбилеем. Хотелось бы пожелать процветания, конечно, в первую очередь, чтобы было побольше участников, побольше детей, побольше помогали и поддерживали наших казахстанских детей, но и не только, чтобы по всему миру наши дети развивались и делали все самое наилучшее для нашей страны, для своих родителей, чтобы радовали нас, чтобы этот проект давал хорошие результаты, чтобы успех всегда присутствовал, чтобы все было хорошо. Вот. И, конечно, не останавливались на достигнутом. Вот, например, я с детства занимаюсь спортом и с детства мечтал завоевать какие-то золотые медали. Какие-то есть цели, надо встать на ноги, потихоньку собраться и идти к этим целям. И обязательно что-нибудь да сбудется.